Добрый вечер. В прямом эфире вы смотрите информационную программу «Факты» в студии Артем Васенко. И далее расскажем о главных событиях этого дня. Водитель автомобиля «Газель» при развороте не предоставил преимущества в движении грузовому автомобилю «КамАЗ». И погубил 6 человек. Расскажем подробности жуткой аварии в Выселковском районе. Капризы погоды и влияние пандемии. Фермеры рассказали главе края, с какими еще трудностями они столкнулись, спасая урожай. Я всех поздравляю. Краснодар, Краснодарский край, весь коллектив «Кубань-24». Это наша с вами победа. Золотой орфей в чашке с туманом. Какие мифы пришлось развеять журналисту нашего канала, чтобы получить заветную статуэтку? А когда вы начнете покорять планету, другие страны? А галактику? Сначала надо покорить Россию всю. Сюжет под стать роману Жюля Верна. Сколько пар обуви пеший странник стоптал за 1,5 года в пути и без чего он не сделает и шагу. Начнем со смертельного ДТП в Выселковском районе. В «Газель» с пассажирами врезался КамАЗ. По предварительным данным, погибли 6 человек. Еще 8 пострадали. Картина происшествия настолько жуткая, что не все кадры ЧП мы сможем показать в оригинале. В причинах трагической аварии разбирался Станислав Бандурка. Непроглядный туман и несколько погибших. Думаю, многие, кто зашел с утра в соцсети, испытали холодок по спине. Кадры не для слабонервных сняты очевидцами и оперативниками. Всем жертвам от 33 до 60 лет. А вот тому, кто их вез, было значительно меньше. В результате ДТП водители не пострадали. Автомобилем «Газель» управлял 19-летний водитель. В данный момент по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего. Несколько километров от хутора Бейсужок 2. Именно здесь в 8:30 утра ехала «Газель». В ней находились 15 человек. Все они направлялись на сельхозработы в Усть-Лабинский район. В какой-то момент водителю потребовалось развернуться, а в это время по встречной ехал груженный КамАЗ. Машины столкнулись. Итог: 6 человек погибло, 8 пострадали. Все, кого можно было спасти, доставлены в больницу, включая рулевых транспортных средств. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Главный вопрос – почему водитель решил сделать разворот именно здесь? Ведь в 50 метрах есть перекресток, и там сделать его было бы гораздо логичнее, что побудило водителя совершить этот смертельно опасный маневр. Пока загадка. К ликвидации последствий сразу же привлекли 35 человек и 11 единиц техники. На месте работали спасатели, сотрудники МВД, следователи. В краевой прокуратуре выразили сомнение, что «Газель» предназначалась для пассажирских перевозок. Сама «Газель», она, если вы обратили внимание, имела только второй ряд пассажирских сидений, далее шел металлический кузов. То есть это однозначно свидетельство о том, что она была не предназначена для пассажиров. В отношении 45-летней жительницы Брюховецкого района возбуждено уголовное дело. Она подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей гибель 6 граждан в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Выселки-Кирпильская. По данным следствия, подозреваемая вместе с неустановленными лицами оказывала платные услуги по перевозке граждан на автомобиле «Газель». При этом фигурантке было известно, что транспортное средство не оборудовано сидячими местами для пассажиров и ремнями безопасности. Известно, что все погибшие были из Брюховецкого района. Их семьям власти муниципалитета окажут поддержку с транспортировкой тел и организацией похорон. Правда, пока еще даже не все жертвы этого страшного столкновения опознаны. Станислав Бандурка, Сергей Целиков, Кубань-24. И как стало только что известно, в отношении водителя «Газели» возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Пострадавших в крупной аварии в Выселковском районе при необходимости доставят в краевую больницу. Об этом сообщил губернатор в социальных сетях. Вениамин Кондратьев написал, что предстоит разобраться, почему людей на работу везли в недопустимых условиях. Страшная авария в Выселковском районе. Столкнулись «Газели» и «КамАЗ». Погибли 6 человек, еще 8 сейчас находятся в местной ЦРБ. Медики оказали пострадавшим помощь. Если возникнет необходимость, вертолет санавиации готов доставить их в Краснодар. Не менее страшно, что «Газель» была не предназначена для перевозки пассажиров. Вместо кресел деревянные лавки вдоль бортов. Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу как груз. Это совершенно недопустимо. Губернатор также призвал водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулем. В некоторых районах края уже выпал снег, по утрам туман и гололедица.
К другим новостям переходим. В Новороссийске моряки устроили торжественную встречу Павлу Державину. Патрульный корабль, названный в честь героя Великой Отечественной войны, отличившегося во время Керченской десантной операции, будет охранять порядок в Черном море. Перед тем, как поднять на боевом судне Андреевский флаг, его по традиции осветили, потом на плацу зачитали приказ главнокомандующего ВМФ России о зачислении нового корвета на службу. Мы параллельно строим и фрегаты, параллельно строим корветы, параллельно строим малые ракетные корабли. И у нас в год больше 15 новых кораблей, судов разных классов и типов под разные задачи включается только в состав Черноморского флота. Данная техника, она полностью прошла импортозамещение. Здесь двигатели российского производства, редуктора российского производства, да и вся начинка, которая есть, российского производства. Это уже третье российское судно, построенное с применением так называемой модульной концепции. Это значит, что помимо постоянного вооружения, которое вмонтировано еще при строительстве, есть места под съемные боекомплекты. На корабле также могут базироваться 12-тонный вертолет, самолет-беспилотник и бронированная десантно-штурмовая лодка. На их небольших хозяйствах треть урожая зерновых и зернобобовых в крае. В Краснодаре прошел съезд малых фермеров Кубани. В нем принял участие губернатор. Сейчас в регионе более 14 тысяч фермеров и свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Такого количества нет ни в одном регионе России. Как отметил Вениамин Кондратьев, в этот непростой год в условиях возвратных заморозков и засухи они смогли справиться с трудностями и приложить все усилия, чтобы удержать урожай. Со своей стороны, краевые власти сохраняют все направления господдержки. Яна Бузычкина знает все подробности. Этот редис только дает первые всходы. Собирать его будут уже ближе к концу декабря, аккурат к новогоднему столу. У фермера Алексея Астахова из Белореченского района около 20 действующих теплиц. Редис посадили пока только в одной. Остальные заняты помидорами, огурцами и перцем. Он очень мясистый. И, ну, ароматный. То есть, когда, допустим, на ярмарке я стою, да, люди проходят мимо моей палатки, и, ну, по лету особенно, чувствуют аромат перца и останавливаются, и начинают его покупать. Это последний сбор перца в этом году. После массивные коробки отправятся либо на рынок, либо на оптовую базу. Или же Алексей готов доставить свежие овощи напрямую потребителю, доставкой на дом через интернет. Когда фермеры края потеряли рынки сбыта весной во время карантина, пришлось быстро перестраиваться и переходить в онлайн-торговлю. Какие шаги предпринимать, представлений не было. То есть некоторое такое, ну, небольшое волнение, потому что столько трудов, работы вложено, ну, в то, чтобы получить урожай. Но я всю свою продукцию реализовал, ну, посредством доставки и также на оптовом рынке. Но и вот, как говорят, там есть испорченная продукция. У меня ни одного килограмма не было выкинуто. А я скажу, что это помогло очень. Из хутора Кубанского Белореченского района Алексей возил овощи в Краснодар. Жители быстро оценили такую клиенториентированность. И хоть рынки уже работают, доставку он занимается до сих пор. К тем, кто не растерялся, не опустил руки в такой тяжелый коронавирусный период, сегодня с благодарностью обращается губернатор на съезде фермеров Кубани. Кажется, этот год мог сломить любого агрария. Их урожаем угрожали возвратные заморозки и засуха. Поддержка и субсидии для них явно будут не лишними. Средства на будущий год краевые власти уже предусмотрели. Меры государственной поддержки фермеров на следующий год сохранены в том же объеме, в том же, как и в этом. 1,8 миллиардов рублей. Это только фермерам. А в целом объем агропромышленного комплекса края 7,4 миллиарда рублей. Мы понимаем, что сегодня нужно селянам продержаться. А все то, что мы обещали, обещали того, чтобы на самом деле развивались, и вы начали развиваться, еще раз подчеркиваю. Вы продолжили. Вот что сегодня очень важно. А, конечно, абсолютно согласен. Без тех мер государственной поддержки фермеров, которые в крае существуют, дальнейшее развитие невозможно. И только при сохранении мер государственной поддержки вы продолжите развитие. Даже в этих условиях. В Краснодарском крае более 14 тысяч фермеров и свыше миллиона личных подсобных хозяйств. Такого количества нет ни в одном регионе России. Только в этом году они собрали треть урожая зерновых и зернобобовых края, а это около 4 миллионов тонн, а также 380 тысяч тонн овощей. Это больше половины от общего объема. Но чтобы и дальше сохранять стабильность агрария, необходимо объединяться в сельхозкооперативы.
И чтобы быть на плаву, конечно, нужно объединяться. Конечно, кооперативы. И хотя бы для того, чтобы уходить от сырья и приходить к переработке. Кооператив – это возможность переработки. И это опять вовлечение новых селян в этот процесс. Это расширение в целом самих кооперативов. И, естественно, налоги для муниципальных образований, да и для края не лишние, безусловно. Поэтому что здесь? Нужно, конечно, объединяться для того, чтобы системно, ежедневно поставлять вот ту продукцию, которая вкусная, качественная продукция, но ежедневно поставлять в торговую сеть. Без этого торговая сеть не будет работать с отдельным фермером. Подумайте, здесь очень серьезный задел, Александр Владимирович, чтобы как объединить настолько серьезно для того, чтобы по определенным фермерским брендам выдать продукцию. И здесь мы уже постараемся сделать так, чтобы эта продукция при условии, что этот мегакооператив ее будет ежедневно поставлять на полку магазина. И это, конечно, гарантия системного сбыта продукции фермеров. Все. И если это мы на Кубани запустим, мы будем первыми на самом деле в стране, потому что это глобальная работа. Возможности, которые открываются при объединении в кооперативы, оценили и сами фермеры. Так, край является единственным регионом в стране, который возмещает начинающим кооперативам 90% затрат на приобретение оборудования для сельхозпереработки. За 3 года было создано в крае 99 новых кооперативов, из них 21 получили грантовую поддержку на общую сумму 510 миллионов рублей. А всего на грантовую поддержку действующих и начинающих кооперативов было выделено 1 миллиард 177 миллионов рублей. Значимая сумма. Объединившись в кооператив, фермерам будет гораздо легче выйти на внутренний рынок, в частности, на предприятия санаторно-курортной отрасли. Чтобы свежая продукция всегда радовала гостей в гостиницах и отелях кубанских курортов, отдельные фермеры попросту не потянут системную поставку продуктов в нужном объеме, а кооперативам это как раз по силам. У нас огромная ниша, в том числе продукция на наши курорты. Ну, хватит уже отдавать продукты питания, непонятно откуда привезенным. Мы сегодня сами можем формировать продуктовую корзину и выходить на наши санатории, наши здравницы, отели. Просто этим нужно заняться. Что там будет? Молоко в этой корзине. Что там будет? Масло. Молочка чья там. Мясо что там будет? Хлебушек там откуда будет? И вот эта ниша у нас выпала как-то. Поэтому настало время нам заглянуть в продуктовую корзину операторов, которые максимально ее поставляют на наше Черноморское побережье. Поэтому... Андрей Николаевич, я уже поручение дал, возьмите, вы же здесь выгодополучатель, Если мы сегодня максимально войдем в соглашение с этими операторами, значит, это еще дополнительно вот тот рынок сбыта, который сегодня нами не охвачен. В ходе съезда фермеров в Кубани участники также утвердили нового председателя Ассоциации крестьянских хозяйств и других малых производителей сельхозпродукции края. Им стал Александр Шипулин. Яна Бузычкина, Антон Березин и Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Более 2 миллиарда долларов принес региону в этом году экспорт агропродукции. План на 2020 уже выполнен на 90%. Охотнее всего зарубежные партнеры покупать зерновые. Продажа пшеницы, ячменя и других культур дала почти 1,5 миллиарда. До конца года эта цифра увеличится. Далее по сумме выручки идет масложировая, готовая и мясомолочная продукция. Объем их экспорта уже в середине ноября превысил годовой план. В краевом Минсельхозе рассчитывают, что регион за счет торговли с другими странами получит больше 2,5 миллиардов в американской валюте. Год был действительно непростой, но я могу сказать, что вся пандемия, все, что вот происходило на экспорте Краснодарского края, она никак не сказалась. То есть не было нигде замедления, роста показателей или еще чего-то. Наоборот, многие позиции стали востребованы, как, например, наш сахар. Работают на экспорт больше 60 кубанских сельхозпроизводителей. Их продукцию покупают около 130 стран ближнего и дальнего зарубежья. Основные направления – Африка и Ближний Восток, Египет, Турция, Саудовская Аравия. Главным импортером мяса птицы, выращенной на Кубани, является Китай.
Качественная медицинская помощь рядом с домом, даже для животных. По всему краю сейчас идет ремонт ветеринарных учреждений. Чистые и уютные помещения, обновленные коммуникации и отзывчивый персонал. Ветучастки в 10 районах края теперь не узнать. На реконструкцию всех 15 зданий из краевого бюджета направили 20 миллионов рублей. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Алина Денисова. Они умные животные. Умные, понимают все. Когда ругаются, когда спокойно разговариваются. У Виктора Кожеренко фермерское хозяйство на 50 голов. Десятки телят требуют тщательного ухода, забор крови, обследование и вакцинация. Регулярный осмотр каждый месяц. Для этого приходилось вызывать врача на дом и тратить по несколько часов на поездки в районный центр. Ветеринарный участок есть рядом с фермой, но он долгое время был больше похож на руины. В плачевном состоянии все развалено. Даже на территории было просто как после войны. Из краевого бюджета на ремонт было выделено более миллиона рублей. Теперь Соколовский ветеринарный участок. В Гулькевичском районе не узнать. Новая плитка, ровные и свежеокрашенные стены. Такая отделка прослужит еще не одно десятилетие. И за это время здесь удастся оказать помощь сотни, а то и тысячи животных. Фермерским хозяйствам это особенно важно. Приезжают, помогают, делают, что надо, там, с лекарствами. Как бы тоже поддержка есть. Где лучше взять, где что. Ну, как бы нравится нам ветуправление. Ремонт производится за счет средств краевого бюджета. Было выделено 1 200 000 рублей. На данный момент заменена кровля, проводятся внутренние отделочные работы и отделка сайдингом фасадов здания. Качественная медицинская помощь теперь рядом с домом и в Новокубанском районе. Теплые, уютные помещения, современное оборудование и внимательный персонал. Ремонт сделали менее чем за полгода. Провели большой объем работы по капитальному ремонту согласно сметной документации. В ремонт вошли работы, начиная от крыши и заканчивая водопроводом, противопожарными мероприятиями. И в конце октября, начало ноября работы были проведены. Здания ветуправления, лаборатории, лечебницы участков обновили капитально. Освежили фасады, заменили инженерные коммуникации. На эти цели из краевого бюджета было выделено около 20 миллионов рублей. Это у нас уже второй год подряд такие манипуляции проводятся в рамках средств краевого бюджета, повторюсь, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Вот. На следующий год тоже положительная новость, то что в проекте бюджета аналогичная сумма средств заложена. Соответственно, уже поступают заявки от районных ветуправлений для проведения соответствующих ремонтов в 2021 году. Работы уже завершены на 10 объектах ветеринарной службы. В Армавире, Новокубанском, Кавказском, Ленинградском, Гулькевичском, Калининском, Ейском, Северском и Кореновском районах. Профильных специалистов на Кубани более 3000. Ветеринарный врач, как говорят, одна из самых добрых профессий. И сегодня кубанцы, посвятившие себя этому делу, отмечают праздник. Алина Денисова, Александр Жерелеев, Кубань-24, Новокубанский район, Армавир, Краснодар. На Кубани в этом году в эксплуатацию ввели 46 проблемных домов. Всего в крае остаются более 250 объектов, где стройка до сих пор не завершена. Конечно, самое большое количество ЖК находится в крупных городах. Это Краснодар, Сочи и Новороссийск. На данный момент перед краевыми властями стоит непростая задача. До 2023 года полностью решить вопрос с обманутыми дольщиками. Необходимо не только возвести дома, но и восстановить граждан в их законных правах. Сегодня в Краснодаре прошло очередное заседание межведомственной комиссии. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. На встрече обсудили жилые комплексы, которым требуется помощь от федерального фонда и деньги из краевого бюджета на завершение строительства. Андрей Алексеенко дал поручение проверить каждый такой объект и выяснить, почему возникли трудности на местах. Я прошу департамента по надзору здесь, в строительной сфере, вот эти все объекты, все эти проекты внимательно смотреть. Если по этим проектам есть отклонение или нарушение от норм градостроительного проектирования, если там есть какие-то нарушения, тогда в этой части пускай несут ответственность и должностные лица в муниципальных образованиях. У нас сейчас вот очень просто взять всю проблему, которая накопилась, и которая накопилась в том числе из-за того, что недостаточная работа или где-то, может быть, наоборот, закрывали глаза на нарушения. Андрей Алексеенко также напомнил, что главы районов должны пристально следить за строительством и не допустить в дальнейшем появления новых проблемных комплексов.
Золотой Орфей едет в Краснодар. Главную телевизионную награду страны завоевал журналист «Кубань-24» Денис Сопов. Его работу признали лучшей на всероссийском конкурсе «ТЭФИ-регион». Анастасия Маркова расскажет о том, как создавался проект «Победитель» и какие еще программы нашего телеканала за это звание боролись. Снег зимой стал экзотикой, а летом 40-градусная жара длится минимум 2 месяца. Таким стал Краснодар последние годы. А ведь городские старожилы уверяют, было так не всегда. Еще до 2070-х годов климат в южной столице России был одним из самых благоприятных в стране. До того, как выстроилось вот это вот море наше кубанское, я никогда не видел туманов. Зимы стали теплые. Раньше были нормальные, зимние, и снежок был. Виновным по всем статьям в изменении городского климата поспешили признать Краснодарское водохранилище. Расследовать это дело и взялся Денис Сопов. Первого свидетеля отыскал на берегу закрытого, в том числе и туманами, объекта. Неделю пошел дождь. Крайводхоз, который командовал открытием затворов, не дает такой команды. Администрация не дает команды, никто. А перед этим как раз пленум ЦК был. И наш Сергей Федорович Медунов Брежневу сказал: 1 000 000 тонн кубанского риса дадим. Слово, данное руководству Союза, кубанцы сдержали тогда, в 1980 году. Лучшими, но уже в телевизионном пространстве, стали и в 2020-м. Причем в жанре, в котором удивить жюри высочайшей компетенции, задача крайне сложная. Давайте посмотрим, кто же у нас победил в номинации «Публицистическая программа». Кубанское море, чашка с туманом Краснодара. И вот он, заветный Орфей в руках Дениса Сопова. «Кубанское море» за 40 минут, именно столько длится фильм, оставило позади более 400 работ авторов со всех уголков страны. Я всех поздравляю. Краснодар, Краснодарский край, весь коллектив «Кубань-24». Это наша с вами победа. Привезу. Будем радоваться, отмечать. Смотрите, какой красавец. Блестит. Денис развеял многие мифы о третьем море Кубани, рассказал о преимуществах и трудностях жизни простых людей на берегах водоема. Нашел и показал эксклюзивные архивные кадры. Денис, он откопал историческое свидетельство, казак Попко 19 века, который жалуется в своем дневнике на погоду. Что такое с погодой происходит? Она все хуже и хуже. И вот путем сбора информации, каких-то даже своих экспериментов, Денис доказывает, что Кубанское море, к погоде не имеет никакого отношения. Для Дениса этот Орфей первый. Теперь он займет почетное место среди других наград автора. С победой весь коллектив телерадиокомпании поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Поздравляю автора фильма «Кубанское море. Чашка с туманом» Дениса Сопова с этой высокой наградой. Коллектив телекомпании в очередной раз доказал, что в регионе работают профессиональные журналисты, которые делают замечательные программы, интересно рассказывают о родной земле. Спасибо за вашу работу. В тройке финалистов еще 2 работы телекомпании «Кубань-24», «15 месяцев без детства», просветительский проект Игоря Зорина. Это невыдуманные истории мальчиков и девочек, переживших Великую Отечественную войну. Один был такой злой, понимаешь ты, заставлял сапоги, чтобы ему чистили, давал подзатыльников. Мы с мамой, как мужики, копались в мусорке. Когда находили шкарлупу от картофеля, это было большое счастье, мы варили из нее суп. Работа над фильмом проходила как на территории Краснодарского края, так и в Германии. Съемочный процесс вышел за рамки, и при подготовке выпуска программы «Хорошее утро» студию развернули на крыше здания. Тогда, в разгар пандемии, перенесли Олимпиаду, а Евровидение и вовсе отменили. «Кубань-24» продолжала вещать в привычном формате, а ведущие утреннего шоу делали все возможное, чтобы поднять настроение кубанцам. Доброе утро, уважаемые любители домашнего спорта! Предлагаем вашему вниманию обзор самых ярких квартирных турниров среди зрителей «Хорошего утра». Разминка на балконах и многие другие лайфхаки ведущих в выпуске «Хорошего утра» не давали грустить кубанцам в период самоизоляции и стали одними из лучших в стране. Титулованный во всех смыслах, каких только наград нет у телеканала «Кубань-24», в том числе и самых высоких. В прошлом году бронзовый орфей из Волгограда привезла Татьяна Ивлева за программу «Край аграрный». Место на полке заняла и 8-килограммовая статуэтка за документальный фильм «От станицы до столицы». В этом году орфей Дениса Сопова, вот здесь для него подготовлено место, в копилке телеканала станет уже 9-м. И будем надеяться, что не последним. Анастасия Маркова, Геннадий Шапошников, «Кубань-24», Краснодар.
В дороге полтора года путешественник Александр Пластков добрался до Кубани. Он вышел из Санкт-Петербурга летом прошлого года. Направляется в Крым, но неожиданно свернул и во Владивосток. За это время стал известным пешим блогером. В сети у него больше 6000 подписчиков. О том, как они помогают страннику осуществить его замысел, в нашем сюжете. Та еще авантюра — пуститься в дорогу без денег и чемоданов, в общем, практически налегке. Кажется, так путешествовали только странники из средних веков, да Иваны Царевичи в русских сказках. В голове лишь маршрут, а в сердце надежда на добрых людей. Все путешествие строится вокруг людей. То есть, как вы поняли, без денег, без всего. И кто пригласит вот в это кафе, кто пригласит переночевать, в этом и смысл был всего путешествия с самого первого дня. Александр Пластков, 28 лет, бывший военный, вышел из родного Петербурга в июне 2019-го. Но тогда еще он позволял себе садиться на попутный транспорт. Автостопом достаточно быстро добрался до российского побережья Тихого океана. Мечтал попасть на Байкал. И вот он уже достает из своего рюкзака самое ценное – турку. Как я и обещал, попью кофе с видом на Байкал. Захват мира начинается с чашечки кофе, шутит Александр, и его теория подтверждается каждый день. Он прошагал всю страну и понял, что на свете много добра. Хабаровский край меня не перестает удивлять. Третий населенный пункт, и в трех пунктах реально встречались как VIP-персону. Спасибо. В Оренбурге Александр решает полагаться только на свои ноги и отказывается от предложений подвести. С тех пор марш-броски он фиксирует в телефоне. К примеру, за октябрь прошел 1 177 000 шагов. Это 929 километров. Первая остановка на Кубани – придорожное кафе в Кущевском районе. Здесь его накормили, обогрели, дали ночлег и, как водится, расспросили. Ты женат или не женат? Он сказал нет. Мы спросили за родителей. Родители есть или нет, он сказал, есть. Потом вопрос задал, а как родители твои на это отреагировали? Он сказал, поначалу, кажется, сопротивлялись, а сейчас, кажется, привыкли. Долго сидеть на одном месте, будь то шикарные апартаменты или простенький хостел, Александр не может. Снова собирает рюкзак. По Кубани он будет шагать примерно неделю. Несколько дней проведет в Краснодаре, потом Крымск, Анапа, Тамань. Остановки для чашечки кофе в компании новых друзей. Пополнить запасы напитка решили и мы. Это, хорошо, конечно же, кофе. Тревел-версия. Угу. Маленькие упаковки, чтобы не тяжело. Да. Ну, вы знаете, что на Кубани масочный режим? Конечно, у меня всегда маска с собой. Эту маску вы не каждый день можете постирать, а это стерильная. Стерты палки для ходьбы, стоптано 7 пар обуви, но ничто не остановит вечного странника, так он себя называет. Впереди всего каких-то 600 километров, а за плечами уже вся страна. На следующий год планы вот взять старт в Питере, финиш в Сочи и отметить 3 сотни населенных пунктов на территории России. И маршрут построить между ними. А когда вы начнете покорять планету? Другие страны. А галактику? Сначала надо покорить Россию всю, а потом уже переходить на, я думал, на Китай. В следующий раз, признается Александр, согласен взять с собой спутницу, но такую, которая сможет пробежать хотя бы 50 километров за день. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань, 24, Кущевский район. А наш следующий герой путешествовал хоть и не пешком, но тоже с пользой для искусства. Выставка известного кубанского художника Владимира Мигачева открылась в Краснодаре. На полотнах пейзажей исчезающих поселков и хуторов. Несколько лет автор колесил по стране и посетил 6 областей. Писал умирающие деревни, те, в которых уже давно никто не живет. Экспозицию назвал «Внутренняя миграция». Это большая история о тех, кто променял родные края на каменные джунгли больших городов. Одну из работ живописец представил впервые. Впервые премьеру готовил для Краснодара, где учился в университете. Аниматор в костюме зебры на этом холсте – человек реальный. С ним Мигачев познакомился в Санкт-Петербурге. Ну, где-то тоже такая миграция. Это молодой человек. У нас говорят, где родился, там и пригодился. И вот я понимаю, почему этот молодой парень не пригодился у себя там, на родине. Что выдавило его в это? И почему это одиночество? И это вот этот костюм, и вот это, ну, такое блуждание в этом прекрасном городе. Поэтому я его поместил в то пространство, откуда он вернулся. Картины Мигачев пишет золой, кварцевым песком, углем, глиной и черноземом, чтобы зрителю захотелось коснуться полотна. Работы автора выставляются во многих музеях и галереях России и зарубежья. В Краснодаре экспозиция пробудет до 17 января.
России ввели единый телефонный номер для справок по коронавирусу 122. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Такая мера позволит сфокусировать работу колл-центров на одной проблеме и быстрее оказывать помощь гражданам. Между тем, в Краснодарском крае список заболевших ковидом стал длиннее на 174 человека. Именно столько новых случаев заражения выявлено за минувшие сутки. Об общей сложности. С начала пандемии коронавирусом в крае заразились больше 21 тысячи человек. Большинство пациентов подхватили инфекцию дома от родных, а вот в детских садах, вузах и школах как раз фиксируют меньше всего случаев. Однако в целом прирост заболеваемости в регионе налицо. Об этом рассказали сегодня сотрудники регионального Минздрава и Роспотребнадзора на традиционном интернет-брифинге, который прошел на Кубань-24. Примерно 9-9,5% чуть-чуть подросла заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей. Но он не имеет взрывного характера. И мы видим, что заболеваемость потихонечку прирастает в связи с сезонными изменениями. Антирейтинг по общему числу заболевших в крае по-прежнему открывает Краснодар, следом Сочи и Белореченский район. Безопасность краснодарцев – дело рук самих краснодарцев. Краевой центр дооснастят умными камерами видеонаблюдения. Такое передовое оборудование разрабатывают и производят на местном предприятии. Вопросы сотрудничества с научно-инженерным центром сегодня обсудил мэр кубанской столицы. При этом Евгений Первышов отметил, что цель такого технического перевооружения – не сбор штрафов, а безопасность жителей. Техника, ну, по всем своим параметрам превосходит тех производителей, которых я видел до этого. Конечно, для Краснодара это, ну, действительно достижение большое. И я очень горжусь, что ребята работают именно в городе Краснодаре. Система, которая работает, она требует модернизации. Я уверен, что мы нашли в лице собственного предприятия, собственного производства уже партнеров. Вся информация с уличных камер будет поступать в Центр управления регионом. Новые технологии, о которых сегодня говорили на встрече, помогут увидеть проблемную ситуацию, к примеру, аварию или драку, что называется, в режиме онлайн. Информация с камер видеонаблюдения, автоматических и систем видеонаблюдения и тех программно-аппаратных комплексов, которые предлагают коллеги на это предприятие, это один из слоев информации, который, безусловно, будет серьезным подспорьем в работе Центра управления регионом, поскольку мы должны проблему выявлять в идеале до того, как люди нам об этом начнут говорить в соцсетях ли, в СМИ ли, обращениями граждан ли. Напомню, Центр управления регионом – это платформа для получения обратной связи от граждан. Он уже запущен в тестовом режиме, а на полную мощность начнет работать к 1 декабря. Задача новой структуры – собирать все жалобы, обращения и запросы населения, а также оперативно и круглосуточно на них реагировать. Центр ориентирован на решение насущных вопросов здравоохранения, образования, ЖКХ и, конечно, безопасности на дорогах. А в поселке Афипском Северского района появилась новая аллея. 30 лип высадили рядом с местным стадионом. Эко-акцию провели Русское географическое общество и Афипский нефтеперерабатывающий завод. К озеленению подключили и юных спортсменов. Важно к этому приобщить молодое поколение, которое бы бережно относилось к этому дереву, а через это дерево и вообще в целом к нашей природе, чтобы они понимали, чтобы они охраняли это, да, и бережно относились к тому, что нам оставили наши предки. Сегодня мероприятие – это не первая акция, которую мы проводим с Русским географическим обществом. Это наш знак благодарности поселению и стадиону, так как мы часто проводим спортивные мероприятия на стадионах поселка. И уверен, что когда данные деревья вырастут, они станут украшением поселка. Завод активно участвует в жизни поселка. Именно НПЗ построил детский сад, несколько жилых домов и дом культуры поселения. Их давно передали на баланс муниципалитета, но предприятие продолжает вкладывать средства в развитие Афипского. Мы давно сотрудничаем с нашим Афипским нефтеперерабатывающим заводом, что это социально ориентированное предприятие. Наша спортивная школа, которая находится на территории Афипского городского поселения, получает от них и оборудование, и инвентарь. Для предприятия и РГО это не последняя совместная акция. В планах новые экологические и просветительские проекты.
Международный праздник в честь матерей отмечают последнее воскресенье ноября. В отличие от 8 марта, когда поздравления получают все представительницы прекрасного пола, в этот день чествуют только мам и бабушек. В России праздник учрежден в 1998 году. Принято признаваться мамам в любви, говорить комплименты и дарить цветы с открытками. О своих самых любящих, добрых, заботливых мамах нам рассказали воспитанники 25-го детского сада Ейска. Называл маму. Это волосы, это глаза, это нос, а вот это зубы и рот. Она у меня хорошая, красивая, добрая, любит готовить. Когда она уже проснулась, она красится свои глаза. Она просто расчесывается и делает, ну, такую надулю делает. Она добрая, ласковая, нежная. Она очень любит меня со всей душой. Мама меня называет зайчик, сыночек. Еще это котенок иногда. Она очень нежная, и она меня любит. Мы, мамы, есть губы. И она их иногда красит на работу. Моя мама военная. И, кстати, она любит одевать юбки. Она красивая, ласковая. Когда я ложусь спать, меня мама гладит. Я нарисовала корону, сережки и бусы. Потому что она любит украшаться. И она очень любит меня. Моя мама называет меня ласково. Меня называют котенок. Но она хорошая. Она красивая. Подарите какой-нибудь очень драгоценный для него подарок. Когда я вырасту, я маме подарю букет. А, блин, какие красивые губы и бант. А когда у меня такой бант был, Юля? Праздник? Глаза большие, главное, уши есть. Да? Все, целую, мое солнышко. Это самый замечательный подарок. Спасибо. Какой красивой ты меня нарисовала. О таких глазах я мечтала всегда. Я тебя, мама, люблю. Ой. Ты моя любимая мама, Луча. Спасибо, у нас тут такие зайчики. Я тебя просто обожаю. Спасибо. Ну, зайчика, я тебя люблю очень-очень. Моя мама, мама самая крутая, круче ее никого я не знаю. Только вперед, 100% успех, моя мама круче всех. А вот и оркестр регионального управления Росгвардии тоже поздравил кубанских мам музыкальным подарком. Мамины глаза, ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. В прошлом году военные ко Дню матери организовали живое выступление в одном из торговых центров Краснодара. Тогда еще без масок и дистанции. Дарили женщинам цветы и говорили важные слова. А в этом пришлось покреативить. Мужественные бойцы Росгвардии стали героями поздравительного ролика ко Дню матери. Получился очень трогательный клип. Мне кажется, что творческий подарок такому трогательному празднику самый лучший. Мы с моими коллегами Марией Фальковой и Еленой Лефировой, люди тоже креативные, ну, жаль, петь не умеем, а вот пожелать что-то красивое и от души легко. Поэтому прямо сейчас, Маша, Лена, я предлагаю вам поздравить с грядущим праздником в первую очередь своих и всех мамочек на всю Кубань. Вот, например, своей я бы хотел пожелать всегда знать, где находится твой ребенок. Артем, я думаю, она и так знает, видит каждый день. Ну, а я своей мамочке, да и вообще всем-всем мамам нашей планеты желаю всегда оставаться здоровыми. Это очень важно. Важно, в первую очередь, для нас. Ну, а я хочу пожелать и своей мамочке, и, конечно, всем мамам быть счастливыми вне зависимости от погоды. В общем, мамы, мы вас безумно любим. Это правда. Сильно-сильно. Ну, а дальше вы увидите погоду, потом факты спорта. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
Всем доброго вечера. Ближайшие выходные просто обязаны порадовать приятными температурами. Что именно приготовила нам погода, расскажу прямо сейчас. Европейскую часть страны накрыл циклон по имени Таня. Поприветствовала россиян она в довольно холодной манере. Накануне в регионе снова пошел сильный снег. Даже Москву, которая к середине недели полностью освободилась от сугробов, стала понемногу заметать. А местами в центральных областях видимость падала до 900 метров. Казалось бы, в конце ноября зима точно своего не отдаст и растает все это только весной. Но в действительности в циркуляции этого вихря заключены теплые атлантические воздушные массы. С запада и востока Таню теснят антициклоны. К выходным эти области повышенного давления сольются в единый очаг, захватив север русской равнины. А вот циклон, разрушаясь, отступит в южные широты, и все это не добавит атмосфере устойчивости. Тем более, что уже в начале новой недели к нам будет прорываться очередной атлантический вихрь. В такой ситуации оттепели не просто не покинут европейскую территорию, но и станут усиливаться. По Краснодарскому краю переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, местами гололед и изморозь. Ветер юго-восточный и восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до 2, в юго-восточных предгорных районах от минус 5 до 0, днем от 8 до 13. На Черноморском побережье переменная облачность без осадков. Температура воды в Черном море 15 градусов, в Азовском 8 градусов выше 0. Атмосферное давление повышенное и составит 765 миллиметров ртутного столба. Ну а теперь подробнее о температурах. Переносимся на карту края. Посмотрим, что нас ждет на востоке. В Тихорецке 9 градусов тепла, в Кропоткин на градус поменьше и еще на градус меньше в Армавире. Как вы можете наблюдать, нет осадков, дождей нет. В предгорных и горных районах в Майкопе плюс 9, Отрадное плюс 6, чуть холодней. В Мостовском плюс 9 градусов тепла, также без осадков. Переносимся на север, в центр и на запад нашего края. Посмотрим, что же происходит там. В Ейске 7 градусов тепла, Кущевская на пару градусов побольше, Приморско-Ахтарск плюс 8 градусов тепла. Также без осадков. В центре, в Тимашевске, 10 градусов тепла. Дождей нет и выглянет солнце. В Темрюке 10 градусов также. И в Крымске такая стабильность. Плюс 10 градусов. Дождей не ожидается. Переносимся на Черноморское побережье. Посмотрим, можно ли будет еще искупаться. В Сочи 14 градусов тепла и будет солнце. В Туапсе 12 градусов тепла. Геленджик 14 градусов на термометрах и нет осадков. Но в Новороссийске 13 градусов тепла и также без дождей. Посмотрим, что происходит в Краснодаре, что в краевой столице нас ждет. Плюс 2-4 утром, днем плюс 7, плюс 9 и вечером плюс 3, плюс 5. Осадков не ожидается, ветер у нас умеренный, юго-восточных, восточных направлений, давление слегка повышенное. На этом у меня все о погоде. Я желаю вам отличного настроения. Увидимся. Далее эфир продолжит «Факты спорт».